Добрый день. Сегодня я хочу показать проверка временем сумки. Вот такую сумку я заказывала на Алиэкспресс еще в декабре 2013 года. Ну, в декабре я не носила, лето 14-го носила. Да, лето целое я ее носила. Ну как, я не каждый день ее носила, но носила. Сейчас покажу. Продавец был хороший, быстро прислал эту сумку. Смотрите, вот я ее относила, лето, никаких помех. Вот. Серединка такая, здесь замочек, вот, посреди, это вот замочек, ага, кошелечек внутри такой, замочек. Здесь для мобильного. Вот, для мобильного еще рядом. И с другой стороны, вот на замочке кошелек. Это отделочка полосатая у всех сумок. И вот магнитики. Вот так вот застегиваются магнитики. Так. И вверх вот застегивается, и все. Вот такая сумочка. На картинке точно такая же она. Верх хороший. Ручки хорошие. В общем, я ее носила с удовольствием. И главное, недорогая. Я брала это из недорогих сумок. Ссылочку дам под видео. В общем, что хочу сказать. Проверку временем прошла. Не порвалась, не помялась, ничего. Видите, она как новенькая. Эта сумочка. У продавца эти сумки всех цветов, так что можете брать под любые босоножки, туфли, платья, юбку, любые цвета есть. Ручки вот здесь, видите, пришиты хорошо. Вместительная она, дно широкое здесь. Широкое дно, вон ножки вот эти вот металлические. Говорят, еще приходит с Алиэкспресс запах. Ни запаха, ничего не было. И цвет прекрасный. Вот красное, я к чему-то красному одевала и вышивала в этой сумочке.